Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Всемирный Совет Национальных Католических Церквей. И это 209-я серия программы «Самые важные жизни Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, Рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Я помню, как в школе давно, много лет назад, мы учили песню на английском языке. Она называлась «We shall overcome». We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Что-то такое было, да? И нам говорили, эта песня народная, пролетарская, это песня пролетариата, который сочинил эту песню, чтобы петь на забастовках. Мы победим, мы победим, мы победим однажды, нас не сломить, мы не боимся. Ну и я с детства как-то так подумал, да, вот пролетарская песня, пролетриат, <решит> английский, американский написал ее, и даже когда я так вот уже обратился ко Христу, я периодически эту песню вспоминал, мне мотив очень нравится, очень хорошая мелодия, слова, и я даже думал, ну если там чуть смысл переделать, можно слова чуть-чуть под подшаманить получилась бы христианская песня. Ну, просто я не очень люблю так делать. Мне кажется, что христиане должны как-то сами все сочинять. А не переделывать все. Потому что были уродливые моменты, даже, знаете, э, я помню, была в баптизме песня: все выше, и выше и выше. Стремлюсь я душой к небесам. Такое вот. И даже вставай, грехом порабощенный, весь мир беспомощных рабов. -то... Ну, мне казалось, это уже как-то так, а да, там еще хоровой гимн был на стихи Генриха Гейна Шуман. Ну, влюбленные бродили одни среди садов. А там что-то настал благословенной молитвы тихий час переделали. Ну, мне казалось, что это плохо, нехорошо. Ну, в общем, вернемся к песне Вишелова Кам. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что мелодия эта на самом деле восходит к старинной молитве венецианских купцов еще то есть это изначально молитва венецианские моряки ее пели и она была творчески переосмыслена чернокожими рабами на юге сша и превратилась в популярный э, «Spirituals». Это был изначально спиричелс христианская песня. И практически во всех общинах юга США эта песня звучала, и изначально там были христианские слова. То есть там не вишал, а I I'll, that is no, I will, получается, да. I'll overcome, I'll overcome, I'll overcome someday. If my Jesus wills, I do believe. I'll overcome someday. То есть, это изначальные слова. Ну, а вот именно в 50-60-е годы коммунисты заменили слова о Христе на политические лозунги. И песня ну, стала известна в СССР как такая мирская коммунистическая песня. И еще большим шоком было для меня понимание или открытие того, что идея этой песни базировалась на тексте из Евангелия от Иоанна, который мы сегодня прочитаем. Иисус с учениками идут в Гефсиманский сад, по дороге Христос читает им лекции, утешает, ободряет их. И вот... Следующая часть его речи, обращенной к апостолам, речи предсмертной перед страданиями, это увещевание о грядущей победе. Иисус превращает нашу жизнь в Божий триумф. I'll overcome. We shall overcome, действительно. Давайте прочитаем наш сегодняшний фрагмент, довольно небольшой, из 16 главы Евангелия от Иоанна, с 25 по 33 стихи. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас». Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики его сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им, «Теперь веруйте». Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир. I'll overcome. Иисус превращает нашу жизнь в скорбную, иногда жалкую, иногда никчемную. Он превращает нашу жизнь в Божий триумф. О каком триумфе мы можем здесь говорить? В Иисусе мы как бы трижды победители. Во-первых, происходит победа над проблемами нашей коммуникации с Богом. Смотрите, с 25 стиха «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об отце. В тот день будете просить во имя моё, и не говорю вам, что я буду просить отца о вас». Вот, знаете, давно меня мучает одно несовершенство этого мира. Люди понимают слова очень и очень по-разному. То есть слова у нас вроде бы как одни и те же, но понимаются они людьми очень и очень различно. И это ужасно. Я читал про одну девушку, которая призналась, что не очень понимает смысл слова ⁇ нежность ⁇ То есть примерно сферу употребления этого слова она понимает, а вот само значение этого слова от нее ускользает. Ну, и когда ее там спрашивают, ну, как же все-таки, ну, все-таки, ну как же ты понимаешь это слово? Она долго думала и сказала: Ну, это когда к человеку так относишься, нежность это вот, ну, когда прям бы вот взял нож и зарезал человек. Вот прям вот эх, такое чувство. И я такой, ух ты, ничего себе! <laughs> да, замечательно. И там же я читал, что ну тут человек, который беседовал с этой девушкой, там разговаривал с другим человеком, и там зашла речь о переговорах, и что-то в этой речи э, с мужчиной, ну значит, насторожило этого собеседника, и он осторожно задал вопрос: "Погоди, а что такое переговоры? Как ты понимаешь вообще это слово? Что такое переговоры?" то есть в общепринятом значении переговоры – это вот когда две стороны с разными взглядами друг с другом разговаривают, и несмотря на разницу во взглядах или интересах, идут друг другу навстречу, ну, как бы делая уступки при этом. И в конце концов принимают какое-то общее решение. И каково было удивление этого человека, когда его собеседник крутил просто пальцем у иском, сказал, какие же это переговоры. Это терпилы какие-то так только себя ведут. Переговоры ⁇ это когда я довожу до сведения другой страны, что будет с ним, если он не выполнит мои условия. Вот это переговоры. Ну, то есть, конечно, в обычном -то человеческом языке это называется угроза и шантаж, но для того человека... Это и были переговоры. И тут я понимаю иногда, почему так плохо идут переговоры в христианской среде между иерархами, между представителями различных конфессий. Видимо, слово переговоры тоже не все понимают правильно. Проблема коммуникации ⁇ серьезная проблема, и даже не из-за того, что человек чего-то недопонял, а просто бывает, что в его опыте нет таких реалий. А бывает, что вообще культура настолько иная, что очень трудно понять, как же человеку проще донести идею. Я где-то читал про миссионеров работающих в условиях крайнего севера с немцами не немцами а немцами, да? то есть вот кочующий народ сделали перевод Евангелия на ненецкий язык и значит распечатали такие красивые очень вот книги с крупным шрифтом и ну значит начали дарить кочевникам и кочевники очень вежливо отказывались от этой книги и вовсе не потому, что, ну, сначала думали, ну, может они плохо умеют читать или не любят читать. А, а потом, ну, значит, исследовали этот вопрос и выяснилось, что это такая культурная особенность, человек, которому много раз приходится переезжать он не возьмет с собой бумажную книгу просто потому, что она большая и тяжелая. Они стараются не захламлять свое пространство бумажными, ну, тяжелыми предметами, которые, в общем-то, не нужны. Ну, а то есть на растопку пустить святую книгу, конечно, они не могут. Поэтому они вежливо отказывались. Я их, кстати, понимаю, я сам <laughs> живу на съемных квартирах, и я книги свои частью раздарил, частью, значит, где-то там вот все-таки вожу с собой, но все перевожу в электронный вид, не могу. Все вот эту тяжесть таскать, это просто какой-то кошмар. Но в случае с немцами, например, была понята одна очень важная мысль. Они не любят таскать книги, но зато любят слушать истории. Поэтому им на ура заходят портативные устройства формата меньше ладони на солнечной батарее, которые заряжаются от солнца, пластиковые, легкие, с записанными текстами аудио. Вот это самое то. Легко, почти места не занимает, почти ничего не весит, розетки не нужно, заряжается от солнца, включаешь, наушнички туда шли, даже включаешь в уши вставил или там... Ну, или там крохотный такой динамик не очень хороший, но для речи нормально. Вечером поставил, семья вся слушает. Вот это стало заходить просто на ура. Вот, казалось бы, миссионерская стратегия. А поначалу ломали голову, что такое происходит, почему книжки не хотят брать. Хорошие же книжки. Надо сказать, что вообще психическая жизнь человека для нас, вот ныне живущих разделяется на интеллектуальную и эмоциональную. И мы привыкли, что вот в нашей современной культуре за интеллектуальную жизнь отвечает голова, а за эмоциональную сердце. Хотя, казалось бы, ну, мы же понимаем, что это метафора. То есть, когда человеку там как бы тесно от мыслей, он обхватывает руками голову, а когда человек волнуется, он хватается за сердце. А, например, в африканских языках за психическую жизнь отвечает печень на Востоке очень часто. Вообще вся внутренность моя. Хвали душа моя Бога и вся внутренность моя, святое имя его. Да? Вся внутренность, там буквально ливер, да, весь вот печенка. А у нас вот в нашей культуре печень скорее орган раздражения. Он у меня в печенках сидит, говорим мы. Еще желчь, желчный характер. Желчь как бы разлилась по телу. В лучшем случае нутро у нас вот э, как бы это орган интуиции, Нутром чую. <laughs> есть, вот. а, например, в английском и французском языках раньше сердце считалось органом памяти, до сих пор в английском языке выражение "by heart" э, буквально ну как бы, сердцем, да, означает просто знать что-то наизусть. А в китайском, как и в древнееврейском языке, кстати, сердце отвечает и за интеллект, и за эмоции. То есть за всю психическую деятельность человека. И поэтому, когда в священном писании мы читаем о человеке с ожесточенным сердцем, мы непроизвольно рисуем себе жестокого человека. А на самом деле этот человек э, не то чтобы тупой. Да? Это человек, который отказывается что-либо понимать, не хочет слушать. Он не просто жестокий. Вот человек с ожесточенным сердцем не желает слушать. А когда там шею ожесточил, выю, да, там человек, это означает, что он поклониться не может, то есть он не может смириться. И вот Иисус сообщает ученикам, что он разговаривал с ними притчами. Почему? Ну, потому что они вот не желали понимать. Вообще, слушатели у Иисуса были те еще. Иисус скорбит об ожесточении сердец слушателей. Он избирает притчи, потому что притчи обращаются и к разумной, и к эмоциональной сфере. Так уж устроено Евангелие, что не понять его может только жестокосердный человек, то есть тот, кто не желает ничего понимать. И вот это нежелание понимать устраняется Христовой победой. Господь говорит, что все досели сказанные им во время прощальной беседы изречения имели характер притчи, были похожи на притчи, выслушав которые ученики обыкновенно обращались к Иисусу с вопросом «Чё?» Не понимаем, что говорит. На самом деле все понимаем, просто тяжело, тяжело. Иисус им разъясняет терпеливо и так далее. Все по классике. Но вот скоро наступит время, говорит Иисус, что я буду прямо вам сообщать то, что вам нужно знать. И не потребуется, чтобы особыми пояснениями сопровождалась моя речь. То есть здесь содержится указание на его личное общение с апостолами после воскресения. И мы читаем об этом. Отверз им ум к разумению Писаний. Это потрясающая такая штука. И вот здесь важно не забыть, о чем говорит Иисус. Он говорит, что его последователи могут обращаться к Богу, потому что Бог их любит. Это правда, мы до сих пор не всегда правильно понимаем Бога, и что уж там Бога, мы друг друга-то плохо понимаем. Но вот Бог всегда поймет нас. Вот эта коммуникационная проблема будет устранена. Мы сможем обратиться к Богу так, что Он поймет нас. И, кстати, святые, обоженные, они также поймут нас. Вот я не переживаю, э, там не могу не тщательно подбирать слова, когда, например, там обращаюсь к Богородице или к святым, чтобы они помолились обо мне. Почему? Потому что они обожены, они тоже все правильно поймут. Я могу не переживать, что Богородица не так поймет. И уж, конечно, я могу не переживать, что меня как-то не так поймет сам Господь. Мы часто склонны так Бога Отца представлять себе таким грозным, а Иисуса мягким, милосердным. И здесь речь не идет о том, что Иисус как-то переменил отношение Бога к людям, превратил Бога осуждающего в Бога любви. Иисус говорит, сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я изшел от Бога. И это он говорит еще до креста. То есть он шел на крест не для того, чтобы Бог стал любовь, а потому что Бог есть любовь. Он пришел не для того, чтобы Бог возлюбил мир. Он пришел потому, что Бог возлюбил мир. И он принес в мир любовь Божию, открыв ему любящее сердце Отца. И Иисус говорит, что дело его закончено. Он исшел от Отца и теперь путем креста, страданий, погребение, воскресение и вознесение снова идет к Отцу. И путь к Богу теперь открыт для каждого человека, потому что он породнился с нами, он взял на себя вот эту нашу человеческую природу, ее обожил и возвел к Отцу. То есть мы в нем, присоединившись к Нему верою через таинство, силою Божией, можем быть вознесены тоже к Отцу. Как и сказано, через Которого, то есть через Христа верою, получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. Мы верой получили доступ к благодати. То есть мы вошли в благодать и должны в ней пребывать. Благодать подается через таинство нам. Да? И это, в этой благодати мы вознесемся к Отцу однажды, как и Христос вознесся. Мы должны дождаться. Просто мы. Вот, то есть мы сели в этот корабль, и в этом корабле только и можем туда доплыть. А вот вне благодати, вне церкви нет спасения. Поэтому надо быть в церкви, конечно, потому что именно. В, в этой благодати мы стоим вот на изготовку. Все, ну или космический корабль, да, То есть, вот все. Встали, сели, значит, ждем. Сейчас скоро взлет. Победа, победа. Все преграды между Богом и нами устранены, коммуникационные и сущностные, самые главные. Вторая победа, о которой говорит нам здесь Христос, это победа над нашей самоуверенностью. Ученики его сказали ему: "Вот теперь ты прямо говоришь и притчи не говоришь никакой". Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел? Иисус отвечал им, теперь веруйте. Вот наступает час и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня ставите одного. Но я не один, потому что Отец со мной. Ученики вдруг... Вполне уверовали, как им показалось, когда поняли, что Иисус не нуждается в том, чтобы спрашивать о чем-нибудь у других. Что имели они в виду? Они были ведь, как вы помните, озадачены словами Иисуса. Не понимаем, что говорит. Иисус начинает отвечать им на их вопрос, не спрашивая их, в чем он заключается даже. Потому что знает, в чем этот вопрос заключается. Ну, смотрите, да, нашу прошлую серию. То есть, иными словами, он может читать их мысли как открытую книгу. И поэтому они уверовали в него. То есть, он им сказал, о чем там они между собой разговаривают. Я помню, где-то читал про некого путешественника, который описывал двух проповедников, которых ему довелось услышать. Об одном он сказал: Он показал мне славу Божию, а о другом, Он показал мне мое сердце до самого дна. И Иисус мог делать и то, и другое. Все вот знание Бога, славы Божией, знание человеческого сердца убедило учеников в том, что он Сын Божий. Но Иисус при этом остается, конечно, реалистом, и потому Он сказал, что несмотря на то, что вы теперь веруете, да, вы еще слабы. слабы да? Наступит время, и наступило уже, когда вы меня оставите. И в этом одна из вот тоже необычностей Иисуса. Он знает о слабостях учеников, знает их недостатки, знает, что они покинут его в самый жуткий миг, когда он будет больше всего нуждаться в их присутствии. И все же он продолжает их любить. И что особенно удивительно, он им продолжает доверять. Очень легко сказать человеку, я прощаю тебя, но очень трудно потом продолжить доверять человеку, который тебя подвел. Иисус сказал, ⁇ Я знаю ваши слабости, знаю, что вы меня оставите, но тем не менее, я знаю, что вы будете победителями ⁇ Никогда еще в истории мира прощение и доверие не были так тесно связаны. Здесь очень для нас такой сильный, знаете, урок. Христос учит нас, как прощать и как потом доверять тому, кто способен ошибаться, кто виновен перед нами. Для меня это очень тяжелый урок. Я довольно легко прощаю людей, но очень трудно потом им доверяю. Мы видим здесь одиночество Иисуса. Ему предстояло быть оставленным людьми. Но он никогда не бывал как-то уж совсем один. Потому что с ним всегда был Бог. Никто никогда не стоит за истину в одиночку. Потому что с человеком таким, который стоит за истину, всегда рядом Бог. Праведник никогда не бывает вполне оставленным, потому что Бог рядом. Прощение Иисуса. Мы уже упоминали о нем. Иисус знал, что друзья его оставят, но сейчас он их не укоряет. И даже позже не ставит им это на вид. Его одиночество уникально. И его прощение уникально. Он любит людей со всеми их слабостями, видит их. И любят такими, какие они есть. Любовь и должна быть такой ясновидящей, во-первых, да, то есть без розовых очков. Когда мы идеализируем людей, которых мы любим, мы всегда разочаровываемся. Мы должны любить людей именно такими, какие они есть. И как только человек говорит, ну все, господи, теперь-то я все понял, все, теперь верую. И тут же Бог говорит, веруешь теперь. И подвергает нашу веру испытаниям. Но штука здесь, знаете, в чем? Что после того, как мы это испытание, естественно, проваливаем, как и ученики провалили. Бог не подходит к нам с саркастической усмешкой. Типа, я же говорил... Что и требовалось доказать. Он прощает нас. Ну, когда мы раскаиваемся. И здесь урок прощать тех, кто накосячил. Мне это правда очень трудно. Где-то читал я забавный диалог тоже. Там парень девушки говорит: "Ну хватит уже этого пафосного. Горы не прощают ошибок. Там, типа ничто не прощает ошибок." Девушка такая говорит: "Пироженка прощает, например. Пироженка прощает ошибки." Бог не пироженка, конечно. Бог прощает ошибки. Не будьте самоуверены, но прощайте другим их ошибки. Третья победа, о которой здесь говорится, это победа, самое главное, победа над нашей богооставленностью. «Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога». Я изшел от отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к отцу. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Греческий язык становится понятен нам, если мы ну, понимаем, да, вот, что Иисус здесь немножечко играет еврейскими словами: шалом и Олем. Вот, шалом алем, мир и мир. На русском это вообще один, одно слово. Мир в смысле умиротворения, по-гречески эйрене, и мир в смысле вот э, такого греховного мироустройства, мир в смысле человеческой общности, это, ну, или просто мир, как мироздание, космос, по-гречески. Э, внутреннее и внешнее, содержание и форма, божье и человеческое – и здесь параллелизм, конечно. Во мне Божий мир имеете, а в мире имеете скорбь. Со мной вот мир, да, мир, эрены, умиротворение. Без меня там в мире, в аду скорбь. Во мне радость, без меня скорбь. Во мне радость, без меня гадость. Ну, помню, один человек говорил там, какая радость. Немного картавил. И поэтому не всегда было понятно, что он говорит. Какая радость или какая гадость? Какая радость? Кстати, как всегда, красивее всего на латыни. Мужайтесь конфидете. Фиде, да, там корень вот этот. Верьте. Верьте. И слово конфиденциальность отсюда же происходит. То есть увереннее ребята, увереннее мужики, верьте мне, люди, я уже победил мир. Тут перфект, подчеркивающий, что победа уже совершилась, и результаты ее вечны, они всегда в настоящем длятся. И в эту победу сейчас мы действительно можем ведь только поверить. Потому что в обычном нашем человеческом опыте, в человеческом мире, что такое победа? Победа – это когда враг, Лежит у твоих ног весь переломанный в крови, с выбитыми зубами, с выколотым глазом, и без зуба, шлепает там разбитыми, опухшими губами, там помилуй, прости меня, вот льет крокодиловые слезы э, в пыли и в грязи. А в жизни-то мы что видим, мы наблюдаем совершенно иную картину. Это мы проливаем слезы, выплевываем последние зубы, у нас ссадины, синяки, все переломано, мы корчимся и все пытаемся встать, и никак не можем встать, грехи наши бьют и бьют нас. И враг держит хвост веером, сатана такой смотрит на нас, хохочет, и враги наши возносятся над нами. Какой уж тут шалом, сплошной алем. Какая тут Ирина, сплошной космос кругом. Воздух хватаешь, все, как это, знаете, вот в этом фильме там вышел в открытый космос без шлема. Того и гляди, все лопнет. Но, знаете, все победы делятся на два класса. В одном классе те победы, в которых победитель скромно удаляется, потому что он сделал свое дело и может уходить. Но правда, что это за такое? Ты освободил человека от бандита, там, бандит тебя захватил, поселился в твоей квартире, пришел супергерой, бандита выгнал и в твоей квартире сам поселился. Ты такой думаешь, о, просто более сильный угнетатель поселился. А другое дело, когда у тебя в квартире жил бандит, пришел освободитель, Значит, убил этого бандита, освободил тебя и удалился к себе во дворец. И когда удалялся, поманил тебя за собой. Типа, бросай свою халупу, пойдем ко мне, будешь у меня во дворце жить. Сделаю тебя сыном своим. Потрясающе. Это другой класс победы. Дракон убит. Мы живем теперь, мы лучшие друзья, с освободителем. А еще есть метафора брака, когда жених убивает дракона, и прекрасная принцесса уезжает с ним. Э, тут в жизни, конечно, ты понимаешь, что драконов-то на самом деле много, и они периодически еще вокруг на тебя нападают. Но с милым рай и в драконьем царстве, не только в шалаше. Главное, что он здесь сейчас. Мы едем на белом коне в его дом. Попутно, да, нас драконы еще наскакивают, попутно убиваем. Иногда дракон нам отъедает ногу, руку. Ну, нас целит наш жених небесный, и дальше едем, едем потихонечку. Он с нами. Иисус победитель, с которым рай уже здесь, посреди бушующего зла. Так что ободритесь. Вышел ОВК, мы победим, потому что Он уже победил. Бог устраняет проблемы недопонимания между ним и нами. Молитесь и помните, что сущностно устранена вот эта проблема самая главная между Богом и нами. Бог стал человеком, чтобы мы обожились в нем. Во-вторых, не будьте самоуверены, но прощайте другим ошибки, как и Бог прощает вас зная все ваши несовершенства и в-третьих помните что он живет с нами и продолжает побеждать мир он нас не оставит он всегда с нами Не забывайте об этом вышел overcome. Господь с вами да благословит вас всемогущий бог отец сын и дух святой идите в мире обязательно увидимся пока пока!